На Украине сегодня должна решиться судьба правительства Арсения Яценюка. Премьера ждут в Верховной Раде с отчетом о работе за прошлый год. Депутатам предстоит признать ее удовлетворительной или нет. Три из четырех партий, входящих в коалицию, уже заявили, Кабмин с поставленными задачами не справился. Среди них и самая многочисленная фракция в Раде – блок Петра Порошенко. Провальной деятельность команды Яценюка считает и большинство простых украинцев. По последним опросам – более 70%. Главная причина недовольства – значительное падение уровня жизни, резкое повышение тарифов на коммунальные услуги, а также введение налога на пенсии.